Региональное отделение либерал-демократов провело торжественное собрание и концерт в честь праздника. Главная тема встречи, несомненно, народная сплоченность. Если мы сегодня не допустим внутренних распри здесь, на национальной почве, на какой-то там социальной почве, то мы победим любого врага. Так было во все времена. Тем более сегодня еще праздник Божией Казанской Богоматери. Тоже хотелось бы всех поздравить с этим. На собрании прошло обсуждение актуальных вопросов. Это поддержка солдат, находящихся в зоне СВО, а также проблемы местного самоуправления. Также на встрече новоиспеченным партийцам вручили партбилеты.